Здравствуйте! Вас приветствует канал Ренбулум ТВ. Сегодня в нашем видео я покажу, как сплести на нашем станке вот такое вот мороженое. А также на нашем канале продолжается еженедельный розыгрыш наборов Ренбулум среди подписчиков канала. Для участия вам просто нужно быть подписчиком нашего канала и оставлять комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». В тексте комментария нужно написать свое имя и текст «Я участвую в конкурсе от Ренбулум ТВ». Победителя определяем каждую субботу, выбирая случайный комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». Всем удачи! Для нашего мороженого понадобится станок, внутренняя часть на один столбик больше, резиночки оранжевого цвета, бесцветные резиночки и розовые резиночки. Итак, берем по две резиночки. Сначала берем бесцветные резиночки, одеваем снизу в серединку две резиночки и с серединки наверх. Теперь вправо две резиночки бесцветного и внизу две резиночки бесцветных резинок. Теперь берем резиночки розового цвета и одеваем резиночки вниз по две резинки, 4 раза спускаемся вниз, это 3, это 4, так, и по бокам 2 раза, 1 и 2, и также внизу 1 и 2. Вот так. Далее мы плетем резиночками оранжевого цвета. Шесть пар мы делаем на столбики вправо. 3, 4. 5 и 6 в серединку наискосок. Теперь верхний ряд. 1, 2, 3, 4, 5 и наискосок. И теперь средний ряд проплетаем оранжевыми резиночками. Здесь уже будет 2, 3, 4, 5 пар. Теперь мы переходим к плетению боковых вот этих частей. Но для начала мы снимем последние две резиночки. И боковые резиночки мы оттянем еще дальше на столбики, чтобы у нас получился конус. Вот так вот. Эти резиночки две оранжевого цвета мы денем обратно. Вот так вот. Теперь берем резиночки розового цвета. Одну резиночку взяли. Сделали 3 оборота. 1, 2, 3. Теперь взяли две резиночки розового цвета. Снимаем на эти две резиночки 3 оборота. Так, берем еще две резиночки розового цвета и снимаем еще на эти две резиночки.
Вот так. Теперь берем две резиночки бесцветных резинок и снимаем 4 резиночки розового цвета на бесцветной резинке. Теперь эти 4 резиночки мы одеваем на первый столбик, там где у нас бесцветные резинки. А резиночку, которую мы одевали 3 оборота, на следующий, 4 столбик этого же ряда. И так со второй стороны нужно сделать точно так. 3 оборота, 2 резиночки снимаем, 3 оборота на 2 резиночки одеваем. И еще 2 резиночки также снимаем. Так, и 2 резиночки бесцветных резинок также снимаем сюда. Вот так. Поворачиваем станочек, одеваем на первый столбик. Вот так. И на 4 столбик 3 оборота. Вот так вот. Теперь берем резиночки оранжевого цвета и одеваем в 2 оборота треугольниками. Укрепляя. Можно сделать вот так. А потом оттянуть на треугольничек. Ну, мы сделаем так, тоже удобно. Так, на треугольничек. И сюда. Так, 2 оборота. Наверх и здесь 2 оборота и наверх. Вот так. Теперь берем резиночки розового цвета и одеваем просто треугольничками, не закручивая, 2 раза треугольниками на столбики. Теперь берем резиночку оранжевого цвета, делаем 3 оборота на последнем столбике и вытягиваем резинки, так как мы их одевали. Так, до конца станка мы снимаем все резиночки по очереди. Вот так вот. Все вперед. Так, теперь бесцветные резиночки и наискосочек. Так, вот так и розовые. Теперь мы положим вишенку на наше мороженое. Для этого мы берем 3 резиночки красного цвета.
Делаем 3 оборота на крючке. Раз, два, три. Берем одну резиночку, простите, две резиночки красного цвета и снимаем с крючка все резинки. Вот так вот. Теперь одеваем на первый столбик, берем одну резиночку красного цвета, вводим крючок в серединку, захватываем резиночку и протягиваем через все резинки и делаем петелечку с этой резинки. Вот так вот подтянули. Все, теперь снимаем полностью все наше мороженое с нашего станка. Мы сняли полностью наше мороженое со станочка. Так, теперь его поправляем. Вот такое вот у нас мороженое получилось. Так, здесь у нас вишенка наша и наша петелечка. И мы берем нашу петелечку, обвязываем вишенку. Вот так вот. И все, наше мороженое полностью готово. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео.